Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, наверное, вы находитесь на YouTube-канале творческого объединения Доктор Техник, а сегодня мы продолжим играть в Рогалик Плеер, Risk of Rain. И так, старт сингл плеер. Сегодня мы пойдем за Инфорсера, я так думаю. И да, я поменял себе микрофон, и вам, скорее всего, теперь будет слышно, как я бью по клавишам. Не знаю, это большой минус для вас или нет, но я думаю, звук из игры сможет это заглушить. Да, так, я уже подзабыл, как за Инфорсера играть в Risk of Rain. Последний раз, когда мы играли за этого желтенького чувачка, не помню, как его зовут уже. А Инфорсер у нас был 2 серии назад. Для одной. Но все равно давно, потому что даже эта серия вышла давнюхонько, я бы даже сказал. Ну, предыдущая, я имею в виду. Потому что был Шерлок, был Хардстоун. Кстати, теперь на канале будут выходить побольше видео в день. А сейчас важная информация, пока нет врагов. В описании есть ссылочка на стрим-канал. Это стрим-канал моего друга, партнера, называйте как хотите. Очень не атмосферный, а теплый канал с добрым стримером, который очень часто разыгрывает игры. Он совсем не жадный. Буквально вчера я выиграл там Assassin's Creed 3, а позавчера там разыгрывалась вообще КС-очка, так что кому нужна КС-очка, бегом на стрим. Он будет сегодня в 10 часов, плюс этот стример состоит в профессиональной команде по Payday 2, Team Evil. Да, он с ними тоже стримит, но это происходит на отдельном канале, если не ошибаюсь, и там интернациональный стрим, то есть там на английском все идет. А сегодня будет тоже Payday 2, только на его канале, и это будет просто прохождение, ну, просто они будут ограбление проходить, и будет пояснение определенных карт, как их проходить, стелс, не стелсом. Кто любит Payday 2, обязательно туда заходите, и, ну, может, я тоже понаберусь опыта, и мы с Яриком покапнем эту игру. А почему бы нет? Kill after kills, шикарно. Почему бы не покапнуть такую замечательную игру, всё для того, что она у нас в обоих есть. Но это... не знаю, когда будет, потому что без опыта я не хочу туда суваться, так как мы играли в нее, играли давно достаточно, и... я знаю, что там надо уметь, потому что один раз я играл с человеком более-менее хорошо, умеющим в нее играть, и он рассказывал, как там проходить по стелсу Big Bang, что ли. А в итоге нас все равно замочили. Один раз я только смог с ним же пройти по стелсу, когда там так... мы были такой мизерной командой, мы мало несли вообще, ну, пятикам. Вот. Так, мы завалили первого боссика, он был голем. Не помню, как его зовут, по-правильному, голем буду звать. Дификут у нас пока very easy, и по вещичкам у нас не хил много. Ну, хотя босса я завалил даже без щита, но он неподвижный, плюс что-то особо меня не пробивают. Походу, вещички делают свое дело. Портимся на следующий уровень. Я не буду тратить на что-то тут еще денег. Я тут их не особо много-то был. Ой, мышка, я забыл про тебя. Вот, случайно забыл про мышку. Печаль вообще, беда. Кстати, эта игра идет 60 FPS. Нет, я серьезно, она идет. А, блин, мы подобрали грибки. Она идет ровно в 60 FPS. Ну, я не знаю, я не вижу смысла записывать его в 60 FPS, потому что, ну, сами посудите, что тут писать в 60 FPS. Хотя, если у кого-то есть желание, я не против. Могу попробовать, это будет первая игра, которую я попробую записать в 60 FPS. Да что ж ты... ой, как я этих тварей-то ненавижу. Так, эти... вау, получилось. Раньше не получалось. Расту. О, магазин, магазин. Чувачок. Свали. На. Кстати, там грибки появились, нет? Грибки появились.
забавно в этой фигне. Давайте похилимся чуть-чуть на грибках. Угу. Хватит. Побежим дальше. У нас скорость от вот этого зуба, если не ошибаюсь, которым который третьим айтемом идет. ХП я тратить пока не собираюсь. Ну, я, конечно, могу его быстро нахилять, но сейчас хотя пока изи. Не знаю. Вот это возьму, что это. Ой, блин, мне денег не хватает. Зашибись. Значит, тут сейчас буду фармить. Вот на этих вот чувачках. А что делать, если денег не хватает? Надо фармить. О, фармил. Что это? Drop a wonder on leveling up. Diving you create strength. Он дает мне силу, но что-то... Типа он что-то дропает во время чего-то, что дает мне силу. Либо он мне пассивкой силу дает. Ой, что я творю-то? Не очень врубился, но да ладно. Пока они блокаются, шикарно. Я думаю, у нас... Воу-воу-воу-воу-воу! Я уже хотел сказать, у нас довольно долгий первый забег будет, что второго даже не потребуется. Что это? Это я сейчас что-то подобрал, или это просто я на месте встал, если эта фигня появилась? Я ее выбил как-то. Так, и что она мне дает? Она меня тоже хилит? Вы серьезно? Ой, ёп! Но она меня тоже хилила. Не получился у нас в один, так что давай... Нет, не хочу try again. Return to main menu, yes, quite, single player, команду. Надо почитать мне вики, как анлокнуть всех остальных. А вообще, я думаю, что они за левелы анлокаются. То есть кто-то в любом случае за третий левел анлокнется и так далее. А если у кого-то есть желание, то с удовольствием бы почитал то, что вы напишете. Ну, если вы залезете, конечно, в вики, посмотрите, как они анлокнутся. Вам понравится какой-нибудь персонаж, и вы, допустим, напишите, как именно его анлокнуть. Я буду очень счастлив и анлокну именно его. Ну, прям в следующей серии попробую. Но что-то мне очень подсказывает, что анлокаются они за счет этих левелов. Ну, в основном своем. Но, если у вас есть желание, я только запишите в комментариях. Heal on use. А, хилочка. Там на что у нас? На G юзается, все. Ну, к инфорсеру я больше привык, чем... Тьфу ты. Это инфорсер, а тот команда, правильно? Да, если не ошибаюсь. Вот, чем команда. Так что за него мне попроще проходить. Из-за него я могу и все расследовать, и фастом пройти. Хотя за команду мне в тот раз просто подхватило. О, фаерворкс. Фейерверки, шикарно. Теперь буду открывать, что-нибудь фейерверк будет вылетать. Я вот не помню, нам выпадало оно именно на нормальной записи. Надеюсь, что да. Где ж портал-то? Что-то мне подсказывает, я иду не в ту сторону. И портал совершенно в другой. Схватился, я думал, не долетит. Вот, вот. Вот как работают. Куда вы улетели? Я хотел сказать, вот как работают фейерверки, они полетели куда-то к другим врагам уже. А, нет, нет, нет. Сдохни. Да ж, блин, мне этот Mortal Tube, я думаю, я его больше в магазинах не буду брать. Потому что, ну, серьезно. Оно вылетает очень скверно. Вот смотрите, вот у кого на таком ренджану, ну да, пару раз попало сейчас, не спорю. Но у какого персонажа на таком ренже можно держать постоянно противников? Инфорсер? О, как его? Ни инфорсер, ни команда часть у фиенами свой, ну так. Типа шанс поджечь их. А, испугать. Шанс испугать врагов во время атаки. Вот серьезно, кто? Команда или инфорсер может держать на таком расстоянии противников постоянно? В теории оба. Потому что есть касты. Но, знаете, они будут попадать на это расстояние. Но мне очень кажется, что не во время... Из-за сквозняка двери аж закрываются сами собой. Не во время того, как будут вылетать эти штуки. То есть они будут подходить, так как откидка тут на более дальний рендж. А держать постоянно на одном и том же нереально, я сказал. Реально, нереально. Что-то я как-то
поношу этот Immortal Gun, а он не нужен. Да опять что ли Колоссус? Ты задолбал меня, Колоссус. Когда ты поймешь, что я типа... Ой, чего вас так много-то? Ребята, ребят, давайте. Давайте жить мирно. Давайте вот, вот, давайте все вот под имморталку мою. Я вообще не против буду. Все, я сказал, под имморталку. Зря я её, что ли, подобрал. Зря она мне, что ли... Да что ж у вас так неугомонные-то существа? Ну, имморталочка. Хоть в колосс. О, чё один раз столько? Ты чё, опорзела? Ну... Не, не надо, похилимся, похилимся. У меня даже колосс вроде мог попасть. Это вообще нехорошо. Кстати, я заметил, что вот на этой карте постоянно колосс. То есть на темной и где вот такие маленькие колосята. Колосята. А на другой, где более такая пляжная, там постоянно черт, если не ошибаюсь. А вот на втором уровне он вообще не отличается. Ну, по крайней мере, я ни разу еще не видел, что там было что-то другое. А без вас я играл только когда у меня плохие записи получились. Вот как мне хату всех сейчас. Во! Норм. Вот так вот и будем. Опа! Хорошо-то как все пошло. Хилочка. Нормально. Я иногда просто не успеваю на клавиши долбить, вот, на джиг, допустим. И это меня довольно часто убивает. То есть скорбно, но... Сейчас я пойду и открою... до конца ту, потому что, ну, тут две стеллы, надо как бы их открывать, тем более денег много. Я открою эту и еще ту пойду, которая там закрою. Ну куда вы убегаете от меня? Вы же знаете, что это без вариантов. Talent low kill stop time. А, остановка времени, когда у меня мало хп. Да, была уже такая, штучка, но у меня сейчас хилочка, так что я думаю, это как раз вот на такой крайняк, который... На которой она, по идее, должна работать. Вот, вот, посмотрите, этот Immortal Gun, он в потолок врезается. Вещь, на мой взгляд, очень бесполезна. Да, и тут! Сволочи. Чё это? Hard enemies by fell. А, я уже забыл, блин, как она там работает. Ладно, в общем, дамажит врагов там при чём-то. При дамажня что-то. Редюс. А, ну, возвращает. Или защищает. Отбивает сходящий дамаг. Опа! Только я говорил, что второй карты я еще не видел, какой-то другой, как. Вот она. Мы еще на ней ни разу не были. Да прям какие-то нововведения у нас в этой серии. А почему тут портал так рядом? Кто тут босс? Блин, вот эти меня радуют все. Это кто? Это летающая вот эта жужлица? Нет, я вспомнил, это такой плюющийся гад. Где он резнулся? Вон он. Я был прав, плюющийся гад. Только я вот сюда... Ребят, у меня изи пока что, не надо. Не надо тут это... Мне панику устраивать. Да ты чё? Тот же самый, что ли? Нет. Ребята! Ребята! Я, конечно, понимаю, что я понабрал немножко вещей, там всякое такое. У вас дофига. Вот, давайте я вот додолблю. Сейчас вот. А потом я с вами поговорю. Чё, ты меня вытягиваешься? Хочешь сказать? Не говори мне такого, это неприятно. Это неприятные сведения. Нормально, я такое место взял. Сволочь. Достал меня и тут. Вот это, конечно, штука, которая появляется в рандомном, как я понимаю, месте. Значит, меня не радует. Еще время должно замедлиться. Ой-ой-ой! Эть! Уйдите, уйдите, уйдите! А, ну да. А сколько она... Маленькая замедло-то! Маленькая! А! Я могу подождать 10 секунд. Если меня, конечно, сейчас висп не убьет. Стоит вокруг меня. 3, 2, 1. Кавабанга! Опа! Слушайте, выжил. Пока что.
А почему они в другую сторону-то отходят, когда я в них пуляю фигней откидывающей? Я не очень понимаю. Оп. Опа! Чё за штука? Давай убей кого-нибудь. Ой, молочек вообще. Эть. Оп. 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 Пошли нафиг просто. О, как ты выносишь-то? Ancient Wisp. Нет, 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 нет. Нет. Он все-таки вверху тоже дамажит, или я уж падал. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. На сегодня это все. Ролик просто перенасыщен эмоциями. Новая карта. И давайте, заходите на стрим в 10 часов вечера. Там будет круто, там буду я тоже. Ну, я не играть буду, хотя... Хотя... Он играет в Payday и там оставляет место для подписчика. Так что, может быть, там буду и я. Ну, именно играть. Ну, а то, что просто смотреть стрим я буду, это однозначно. Мне там нравится. А всем удачного дня, с вами был Neuronal, вы были на канале творческого объединения Доктор Техник. Удачки!